Так, запись пошла, походу. Отлично. Все восстановилось, ребят. We'll be back in just a moment with the start of the second quarter. And we welcome you back to more NBA. Да, детка. Вот ему тоже сейчас можно было навесить, он набегал прям красиво было. Ну это зря вот так вот делают. Ну это бред. Чем они там думают, вообще непонятно. Six on the shot clock. Nice right there to create the shot, but it's no good. And James throws it down. Засон, поставь. Ты мало, возьму, подожди, мне надо настроиться. У меня только стрим остановился. Сейчас. Пускай там все пока расслабятся. Так, ребят, все работает, нет? Стрим YouTube, потому что Twitch же есть. Стрим пошел. Где? Где пошел? У тебя. А, где? В каком месте? А, все вижу, да, везде пошел. Блин, на чем у меня поменялся игрок? Не знаю. Ёпта. Надо тайм-аут взять еще раз, чтобы я поменял обратно. Ты поменяй, и все. Ты знаешь, как делать? Нет. Это. Вниз нажимаешь, все убираешь. Там все свалить и все на кого-нибудь. Свали. Intentionally grabbed him there for some reason I don't know. Ну это что поделаешь-то? Шахил он и ум, мадафака. Давай через заслон. И открывайся под кольцо. Now here's Westbrook. He has put up any points in this one. Ну так забивай же ты, ну. Garnett with it. Нормально. Стрим пошел, да? Не знаю, кто там блокшот влепил. Они забрали мяч снова обратно. Брайан потерял опять. Я навешу сейчас. Давай, да, давай. The lead just grows on that ridiculous offensive sequence. Now, Clark, that dunk alone would have been... Ой, да, он вообще. Леон, Леон, как он в нашу команду попал, а? Here's Kobe. 6 points for him. And Westbrook, here we go. And a dunk by O'Neal.
And Kevin, the knack for the offensive rebound, a big part of what makes this guy special. Not to mention, Greg, his ability to finish with strength just like that. Yeah, he's an incredible. Отлично. Ребят, напишите что-нибудь в чатике, все ли хорошо. Пока восстанавливается там. Было столько народу, сейчас пока народ опять придет. Где-то фак, Арт. Сейчас кому-нибудь навешу. Норм. Если подберешь, сразу вперед бросай. Да не подберу. А, ну вообще-то да, могу. Давай. А, я застрял в трибунах. Давай, навешивай. Набегай. Отлично. Хорош. And how sweet a play was that? As sweet as it gets, an exquisite pass to set up Clark that beautiful alley-oop dunk. А меня-то за что минусовать, я не понимаю. Я центровой. МДЖ попал мяч. Defensive breakdown. За что? Ну, давай. Нет, отличный пас, Дюрант. Отличный пас. What, that's just a major unforced error right there, guys. My goodness. Zach. And here are the East All-Stars now. A 12-point game. Davis in the corner. А там тоже кто-то выбрал Глена Дэвиса. Ну, зато очень плохо было так. And let's see your guys take now on the Hustle Stars for the West All-Stars. Well, I think the defensive aggressiveness on display here has caught him off guard, playing airtight defense and coming up with the steals. Yeah, but they've also protected the paint extremely well. Я уже горю весь вообще в хлам. Сможешь понавешать? Два часа, вообще, давай поехали. А, нет, не туда. Кин. Я скинул уже. Is on display offensively. Rondo kicks to LeBron. It's Jordan on the wing. Second shot opportunity. Отобрали. Stolen by Durant. Ой-ой-ой, какие. Что это вообще произошло там, кстати, не знаешь? Rondo kicks to Davis. В толпу кто-то забежал. Here's Shaq. Off with the layup. Not too much congestion in the lane. I think he could have gotten a better shot that time, no question. Now the pass to O'Neal. Жесть, даже не дали вообще подреблировать нисколько. Вообще, прикинь, меня минуснули просто вообще в хлам. Вот реально, там все, что заработал непосильным трудом. Давай, навес! Я навесил, но он дал Гарнету. Нет, если видишь, что на одной... На одной полосе с кем-то я нахожусь, так просто отдавай директ пас, да и все, пофиг на навес. Блин, если бы у меня вот не этот дурацкий последний вот подбор чужой, у меня бы сейчас был, я точно бы в топ-перформансе был. В итоге ты оказался. Был у меня А-минус был уже рейтинг. Durant doing all sorts of things. 16 points and 2 steals. You know, as tremendous as his stats are, what I've liked most is just the effort he's put into this game. And Clark, he's worked his tail off. Получи мяч сейчас на трехочковый. Давай. Под кольцо. Я сейчас набегу, навешу. Да не, пока не получится, подожди, там. Я ничего не вижу просто. Леон, что я могу сказать? And it's O'Neal in it
the five down low. That's the five out there for the East All-Stars. And the East All-Stars decide to take their first time out here. You know, he just, like every other coach, can't stand when the defense gives up points on the inside. Boy, are they struggling in there. Yeah, well, they're getting pummeled in there. So you've got to figure out a way to make some adjustments. Почему люди не могут пропустить тайм-аут, я не могу понять. Что ждем-то? Ну кто держит Джеймса? Не я, точно. Блин, некому отдать даже. О'Нил. Можно и так. Да, Казинакти переиграет Рондо. Уже не так все хорошо, да? Major defensive lapse right there. And he's not a player you can leave open for a jump shot. You got to stay attached to him. They're lucky he couldn't punish them. And with the shock. And Kevin, plays like that really the reason they've got a nice lead right now. Just a great job on the glass. And Greg, the jam and the follow gets their whole bench jumping. Clark, look at him. They are really into it. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как он-то попал? Вот такой бред был. Вообще. Давай я один. Что, фолы? Окей. Ты иногда вот в транзишенах, когда выводишь, если тебе буду говорить, ты скидывай просто через директ пас. Иногда они бывают затупливаются. Леон добрался до броска. Да, все-таки добрался. Да ладно. А меня-то за что минусить, я не понимаю. Я-то тут при чем? Вообще не понимаю комп. Это такой идиотизм просто вообще. Как они это делают? Я-то тут вообще при чем? Поставь за слово. Да ёптись. Да, это вот такой бред. Марион говорит, что вообще-то он вышел. Понятно, окей. Я виноват. О, отобрал. And there's a nice one-handed slam. And that's how you make a steal count. Turn it into a quick slam at the other end. It was really a case. Там Леброн уснул, никого нет, все нормально, ребят. Yeah, I remember GA as an irritant. Давай пас. Much like Greg creating havoc out there. Ну я один же, ну ребята, ну. Ну, даете вообще. У тебя нет мяча и все, и труба. Никто пас не отдаст. Молодец, Дюрант, кстати, хорошо сыграл сейчас, надо признать. Так в ситуации быстро разобрался. Ронда, нет. Ух. Давай, через директ. Навес сейчас будет. Дюрант не держит Леброна. Есть. Уходим, уходим, уходим.
entertaining than just doing the old ho-hum one-hander. О, молодец. Это не Леон, это комп. Ты как-то попросил, что ли? Как ты сделал? Да. Не знаю, как ты это сделал, но ты молодец. Ты сделал. Я нажимал бросок. А что, Леон вышел, что ли? Да, говорит, вышел. Да вы шутите, что ли? Как он такой мог промазать-то? Есть! Вот это да, офигеть подобрал. Так, давай сейчас не тормозить. Времени мало, окей? Подожди. Давай беги! Заслон! Он не бежит, блин, я опаздываю. Меня держали плотно, он вообще не бежал. Почему ты не покупаешь Дюранта? Я его покупал в мой тим. Мне, ну как сказать, мне тайминг не нравится просто. Это игрок хороший, конечно. Я набегаю, набегаю, набегаю! Я нажал на вес. Ryan is out there with Russell Westbrook, and it's Durant, and it's O'Neal in it, the five roaming the paint. On the wing, James. Что, Дюрант, если так будет играть, то мы протухнем и все. Что за фигня-то? Что он так делает? Давай, 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 ну! А что ты не скинул пас-то, блин? Я пропустил. Директ пас, нафиг надо что-то еще там придумывать. Вообще. Запомни, директ пас, никаких рандомных пасов. Это 2K16, тут пасы вообще кривущие. Худшие пасы за всю историю НБА, которые выходили. А, опять Леброн там, по-моему, сейчас останется один, я да? Я понял, Бодрячком, Бодрячком и Казинак, это два кента, они вместе играют, скорее всего, тоже через... Давай, 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 давай! Лебро... Ой, кто там? Гарнет, это вообще что-то с чем-то просто. Кто у нас за Гарнета играет? Димка Сок, что ли? А чё он-то, он же нормальный пацан, чё он сегодня сейчас устал, наверное, уже просто? Ай-ё! Ну, сейчас надо плотно держать, вот они оба будут поставаться друг с другом. Я не понимаю, Гарнет, там на стриме вроде не можешь не спать, пожалуйста, а? Можешь и держать этого, блин, Леброна, блин, а то мы проиграем сейчас выигранную игру уже. Привет, Егор. Аккуратнее. Я еще не открыт. Теперь открыт. Подожди, подожди. Не открыт. Уже нет, да. Нормально. Механил замашнил фол. Так, давай, открывайся. Я открою. Короче, надо держать Леброна втроем. Ну я надеюсь, что до этого не дойдет, что Дюрант допрет. Пока что я держу его, да.
Ну, Дюрант что-то слился вообще. Не знаю почему. Артем какой-то. Ой-е-е. Нига. Опять Леброн с собой. Артем подводит вообще. Ко всю команду подводит. Нормально. Таком. Ты можешь сам... подожди, а если ты будешь держать, то Рондо откроется, да? Не вариант. Да, Рондо не забил. Я буду бегать сейчас за Леброном. О, как это он не ушел-то? Thank you. Ты когда подбираешь тоже, давай мне сразу пас через деревню. Да я иногда забываю, там такие быстрые атаки идут. Что... Ой, опять один. Forever alone. Ё-моё, Дюрант, этого парня нельзя больше брать в команду, это трэш. Не понимает, что нужно делать. Он нам всю защиту, он нам всю игру может проиграть. Ребят, никогда так не играйте, пожалуйста. Димка, я не про тебя говорю сейчас, я говорю про Артемку. Ребят, никогда не играйте как Артем. Думайте о защите больше, чем о нападении. Нам такие игроки не нужны, которые дырка в защите. Полная. Дрень вообще просто. С Миннесоту размером. Отлично. Ты знаешь, что я сейчас делаю? Ни в коем случае не раш. Давай потихонечку, подожди, не торопись вообще. У нас, понимаешь, из-за защиты можем проиграть, а у нас лидером по счету. Подожди. Вот сейчас начинай потихоньку, давай. Отлично, они уже понимают, что ты это самое тянешь резину. Давай постараемся атаковать. Что случилось? Это Дюрант свалил опять? Это Дюрант, полное нападение получилось. Все, до свидания, из друзей. Никогда больше не буду с ним играть. Не тяни резину. Он заслоны просто не умеет ставить, понимаешь? Давай, я в посте, нормально, можно. Кидай, бро. What? А, это Игорнет. Отлично. Арт, если ты... Я больше не буду с тобой играть, имею в виду, бро. Все, это последняя игра. Ой, я не знал, что Рондо трёху может. Может. Давай спокойно, у нас время есть. Выход тайм. Пас. Поздно. Давай, бро! А, поздно. Давай сюда. Да вы шутите, что ли? Вау, молодец какой. Красавец. Сейчас будет на Рондо играть по-любому. Get the fuck out of here. Я прикинь, как прочитал его вообще. Я знал, что они будут делать еще за 5 секунд до того, что они сделали. У меня 2 блокшота, получается. 20 очков, 11 подборов и 3 ассиста. Дабл-дабл. Сделал. Дабл-дабл. Прикольно. Сегодня никто, по-моему, дабл-дабл еще не делал. Ну, это плохо, на самом деле, вот, было. Все из-за того, что я не пробрал. У меня 2 часа. Давай сюда пас, быстрее. Ну, Шакил. Пас. Вот это трэш. Да вы шутите, что ли? Ну что такое за экран? Че ты там стоишь? Комп вообще идиот, конечно, полный. Ну че, еще? Не, я устал вообще, что-то жуть. Надо что-то подумать, типа Гантлета, наверное.
Что за режим All-Star Team Up называется? Ну ладно, тогда все, я отмечаюсь. Давай, давай, пока-пока. Давай, пока. Ну что, ребят, у нас вот какие результаты. Казина, кстати, опять неплохо сыграл. 10 ассистов, 7 очков, 1 подбор. Бодрячком тоже неплохо сыграл. Смотрите, 23 очка набрал, 4 подбора сделал, 2 ассиста. Но это сейчас противоположную команду говорю. Ключ C+, сделал. Варвара А-, 8 очков, 9 подборов, 3 передачи, 4 блокшота. Ну и в нашей команде на первом месте сыграл NBA 2K16 на ПГ. Только что был с нами в эфире. 7 передач, 2 подбора, 2 очка. Дальше Леон Кармело, 6 очков, 3 подбора, 2 передачи. Потом Артем Док, 20 очков, 5 подборов, 3 стила, 0 блокшотов, 3 потери. Ну и, конечно же, самое плохое, что он сделал, он абсолютно не держал Леброна и создал вообще проблему из ничего нам практически. Димка Сок, 15 очков, 4 подбора, 4 передачи. Ну, очень даже неплохо сыграл, рейтинг А все-таки. Ну и ваш покорный слуга, 20 очков, 11 подборов, 3 передачи, 1 стил и 2 блокшота. Вот такой результат получился интересный. Хорошо сыграли.